Марису Равелю выпало жить в Париже начала 20 века, когда концентрация талантов на один квадратный метр превышала все привычные нормы. В богатой палитре музыкантов того времени, где каждый кричал про свое и спешно занимал место в пантеоне великих, Равель как будто бы оказался не у дел. Он не был авангардистом и не был консерватором, не стремился основать свою школу и не выступал с манифестами. Равель просто писал музыку. Она покоряла многих своей красотой, но за ней невозможно было пойти как за знаменем, и потому шли за Дебюсси, Сати и Стравинским. А Равеля, простоты и ясности ради, приписали младшим братом к Дебюсси, снабдив обоих общим ярлыком «импрессионизм». Так все осталось и до сих пор, и имя Равеля без Дебюсси упоминают так же редко, как имя Ромео без Джульетты. И, конечно, уже никому нет дела до того, что оба гения всю жизнь открещивались от слова «импрессионизм». Передавать впечатление, так этим музыка занималась во все времена. А просто живописать звуками, именно это находили у Равеля, ему никогда не было интересно. Впрочем, ярлык останется уже навсегда, и спорить с этим ни к чему, лишь бы он не закрывал другую сторону музыки Равеля, на которую редко обращают внимание. Речь идет об особом равелевском романтизме, и специфика его в том, что романтик в Равеле всегда скрывается за элегантным костюмом, застегнутым на все пуговицы. Холодность, благородно скрывающая внутреннее пламя – вот формула Равеля. Таким же застегнутым на все пуговицы был и реальный парижанин Марис Равель. Один из самых элегантных денди своего времени, он прожил жизнь, сохранив безупречно чистую репутацию. Он прощал друзей, отвернувшихся от него, и настоял на своей мобилизации во время Первой мировой, хотя по нормативам ему не хватало веса для службы в армии. Равель, пожалуй, единственный композитор, о личной жизни которого неизвестно абсолютно ничего. Никто не знает, кого любил Равель. Ни его письма, ни его музыка никогда не откроют этой тайны. Единственный объект любви Равеля, о котором пишет он сам, это его мама. Она происходила из басков, и ее испанская кровь играла в Равеле до конца его дней. По странному стечению обстоятельств, два испанских танца стали самыми известными опусами Равеля. Причем первым он начал свою карьеру, а второй написал на ее закате. Первый – это загадочная «Павана на смерть инфанты», миниатюра, которую сам автор считал неудачной и которой всю жизнь стеснялся. Однако именно она впервые принесла ему всемирную славу. Никто не знает, какой таинственной инфанте Равель посвятил этот старинный испанский церемониальный танец. А сам он утверждал, что выбрал такое название исключительно из-за фонетической красоты. Второй опус, о котором идет речь, знают даже те, кто никогда не слышал фамилии Равель. И опять фортуна пошутила над автором. Его визитной карточкой стало произведение, которое сам Равель называл «оркестровым сочинением без музыки». До мажор – тема из двух частей, представляющих два лика Испании – европейский и мавританский, и барабанный ритм, который выбивается без изменений 169 раз. В этом весь Равель – холодный математический расчет, результат которого – гипноз, возбуждение и экстаз любой публики. «Моя цель, — говорил Равель, — техническое совершенство. Я могу безостановочно стремиться к нему, потому что я уверен, что никогда не смогу достигнуть его». В «Болеро» Равель этого достиг. В какое бы художественное течение ни записали Равеля, и как бы ни давлело над ним имя старшего коллеги Дебюсси, нежность, глубина и проникновенность его партитур ничего от этого не теряют. И кто сумеет почувствовать это невероятное температурное напряжение между внешним холодом и внутренним жаром его музыки, тот согласится с Роменом Роланом, сказавшим: «По сравнению с его музыкой, любая другая кажется несовершенной».